Ребята, всем привет, продолжаем. У нас следующий выпуск этот посвящен игре «Томас и друзья». Всего 10 приложений я нашел для планшета iPad. Второе приложение, вторая игра — это новая, Let's Roll называется. Начинаем по порядочку. У нас первая игра в списке «Go, go, Thomas». Поехали. «Go, go, Thomas». Садитесь поудобнее. Сегодня выпуск на 30-40 минут. Посмотрим все эти замечательные игры. «Go, go, Thomas!» Tap, tap, tap on the green button to start up your engine. Go! Choose a racer. Percy. Kana. Nia. Choose between racing solo or versus a friend. Amazing! Faster, faster! That was awesome! Начинаем. Значит, можно играть одному, можно вдвоем. Давайте посмотрим, если у вас есть с кем играть, вы можете слева выбрать персонажа, которым вы играете, и ваш друг справа. Ну, например, Гордон против Кенджи. Давайте нажимать. Все, подтвердили, что мы играем. И теперь выбираем, где же мы будем ездить. Выбираем карту. Ну, давайте здесь, поехали. И можно на планшете удобненько так поиграть вдвоем с кем-нибудь. Все, что надо будет делать, быстренько тапать по экрану и все. Кто быстрее тапает, тот и побеждает. В целом, правила такие, поэтому давайте стартанем хорошо и попробуем победить. Я буду одновременно с левой рукой и правой одновременно стараться одновременно. И можно здесь довести до того состояния, что в конце никто не победит, никто не проиграет, а будет ничья. Когда два персонажа у нас одинаково едут. Давайте посмотрим, получится на этот раз так сделать или нет. Вот если слева мы видим, что у нас второй игрок сейчас типа первый. Он так и есть. Он первый. Он вырвался. Он вырвался вперед. Просто в конце все равно, если вот так вот близко приехать, игра засчитает, как будто это ничья. Давайте посмотрим, получится или нет. Тапаю я абсолютно одинаково одним и вторым, но правый игрок почему-то у меня получается лучше едет. Посмотрим, как в реальности в итоге получится. Финиш уже скоро, осталось немного, давайте смотреть. Едем, 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 едем. Если вы любите поезда, эта игра для вас. Тут много всяких различных поездов. Игра супер простая, просто тапаем по экрану, время от времени тут используем другую кнопку и прочее. Но я вижу, что все, второй игрок он побеждает. Второй игрок, который справа, он оторвался. Ну, мы давайте сделаем так, что вместе они приедут. Так, 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 так. И вот так давайте. Попробуем, чтобы они вместе ничья была. Давайте смотреть. Получилось или нет? Нет, все-таки правый игрок все равно победил. Не получилось. А вот я в прошлый раз играл, у меня было ничья, поэтому я думал, получится у меня и на этот раз. Так, ну выбираем одного игрока на этот раз. Давайте попробуем. Hero Фредерико. Давайте Фредерико. И выбираем, против кого мы будем сражаться. Против Дизеля. Это же Дизель. Дизель? Или кто это? А, Hero какой-то. Я думал, это Дизель. Есть Дизель просто здесь. Я подумал, это Дизель. Нет, это не Дизель. Это какой-то другой у нас поезд появился. Ready? Готов? Да, готов, поехали. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Поехали, поехали, поехали. Идеальный старт, нам говорят. Идеальный, хорошо, если идеальный. Так, поехали вперед, вырвались. Уже побеждаем. Уже хорошо, тапаем, тапаем, не останавливаемся. Надо побеждать. Даже если уже надоел палец, пальцем тапать по экрану, все равно продолжаем, продолжаем. Устал палец, но мы продолжаем, идем к победе. И финиш. Эта трасса намного короче предыдущей, поэтому победа у нас быстро пошла. Поздравляют нас. И здесь собираем шестеренки вот такие. Как полностью она соберется, у нас можно сделать апгрейд нашего. Улучшить наш поезд и сделать его быстрее. И так далее. Ну что ж, первую игру посмотрели, идем дальше. Следующая игра у нас Let's Roll. Абсолютно новая игра, вышла в этом году, в 24-м. Это самая новая игра. Она есть и на Android, она по подписке. Надо платить, по-моему, точно не знаю, $5 или $10.
У меня здесь подписка оформлена, чтобы вам показать это дело. Изначально здесь только вот этот персонаж и все. А в реальности есть больше персонажей. Можно крутить и в эту сторону, и в то. Вот Дизель, например. Давайте за него поиграем. Вот он такой у нас. Дизел. Изначально здесь только вот это вот доступно, если бы без подписки. И все. А дальше вот это вот. И вот эта зона, это новая. Вот эту недавно добавили, и следующее обновление еще добавит что-то. Давайте сразу новое обновление посмотрим, что это такое. Едем, едем на пляж мы. Короче, вот у нас два вагончика, там у нас сидят пассажиры, мы их вот пальцем нажимая на экран, тянем в гору, куда-то там. Можно посмотреть здесь, увидеть что-то. Впереди нас ждет лодочка. Так, а мы едем дальше. Вперед, спускаемся с горы. Тут уже особо не надо напрягаться. Поезд сам катится, он тяжелый, ему сложно остановиться, и с горы он просто как бы без лишней помощи спокойно достигает своей цели. Мы едем дальше. Такая вот игра. Она, кстати, очень пустая, не знаю, как ее выпустили. То есть тут подписку оформляешь, а контента вообще никакого нет. Не знаю вообще. Они ее не доделали, но выпустили. Так нельзя было делать. Так, мы отцепили вагоны и едем дальше уже без вагонов. О, можно тапать, наверное. Подождите, женщина сидит, что с ней? Можно тапать? Поприветствовал нас. Да, тут можно, смотрите, песочный замок нажать. Единственное, это все как-то так не очень удобно. О, можно делать какое-то мороженое, вау. Вот это контент. Так, и что, как его делать-то? Давайте вот так, наверное, сделаем. Сверху вот так, а здесь у нас, получается, бананчик будет. Давайте попробуем. Это у нас что? А как им делать, пользоваться? А, типа шоколад, да, какой-то получается. Не знаю, не очень красиво это выглядит. Все, можно крутить еще, добавить вот так. А это что за кнопочка? А, очистить, это заново начать. Ну ладно, давайте вот такое мороженое нажмем. А, можно еще эти рожки менять, видите? Либо у нас стаканчик, либо рожок. Понятно. Поехали дальше. Что здесь еще нас ждет? На всех тапаем, смотрим, что там. Вдалеке много людей, все в очередь стоят на колесо обозрения. Вон там, вот видите, вдалеке все сидят, стоят, за билетами ждут. Так, хорошо, это понятно. Что еще у нас тут? Можно сделать песочный замок. Тут много всяких деталей, ракушки. Можно вот флаг добавить, можно камень. Ну, хоть что-то добавили. Эта игра была пустая, сейчас уже хоть что-то. Это можно внешний вид поменять. Песок либо такой. Два варианта. Хорошо, мы отправляемся дальше. Посмотрим, что нас ждет дальше впереди. Что-то еще интересное добавили или нет. Ой-ой-ой, как высоко. Мы заедем вообще. Давай. Тут прям хорошая скорость будет сейчас еще. Опа. Это у нас тут американские горки пошли, получается. Да. Так, давай вперед, едь. Давай. Так. Все, наступила ночь. Мы взяли какой-то вагончик. И спящий вагончик, он спит, а мы работаем. Мы его тащим куда-то. Едем. Дальние края. Два вагончика, они накрытые такие, типа одеяльцем, и спят. Вот, мы их забрали обратно. Привезли. Сами поездили и назад возвращаемся ночью, когда они уже спят. Ну, а нам спать нельзя, мы тут главные. Мы заснем, попадем в какую-нибудь аварию, еще что-нибудь. Спать нам нельзя, мы бодрствуем. Да, от нас все зависит, благополучие всех вагончиков. Все, и такая игра. Вот, можно следующего персонажа брать. И то же самое, либо это играть, либо вот есть вариант трассу строить. Но тут трассу... А, это ресайкл, это ресайкл. Это мы переработку делаем. Собираем предметы, потом их будем перерабатывать. Это я помню. Хорошо. Поиграли. Дальше у нас Magic Tracks. Третья игра. Давайте смотреть. Батч. Disney Frozen Royal Castle. Это реклама другой игры. А вот и игра. What a beautiful day for a great adventure on your very own island of Sodor. Come and play exciting mini games with me and my friends in an awesome train set that magically comes to life.
Collect cool toys to build and customize your very own train set. Ready to roll out? We are. Так, заставку посмотрели. Пора нам приступать к игре. Hey, так, поехали, наш поезд. Вот он, здесь немножко другая игра. Здесь мы ездим и открываем новые предметы, новые здания, которые можем построить. Вот тут направо надо ехать, чтобы взять подарок. Мы возьмем этот подарок и построим новое здание на наших путях. Вот здесь вот видите эти места, это все можно застраивать. Нам налево выбираем. Можно и не ехать налево, это как вы хотите. Все, собрал я. И здесь у нас, смотрите, новая станция. Новая станция, вот она, красота. Оп, и здесь уже будет застроенный квадратик. А всего в игре очень много этих квадратиков, так сказать, где можно что-то строить, территорий. И в конце, когда вы уже много поиграете, все тут застроено будет, огромный мир такой будет. Вот здесь тоже, видите, место свободное. Не знаю. Давайте направо. Поедем сюда, вот в этот. Вот в это. У меня все открыто, если что. Я не знаю, что она говорит. Нету. Вон, это мне надо войти, наверное, разблокировать. У меня все должно быть разблокировано тут. Так, едем прямо. Едем прямо, поехали. Кстати, оно сам едет, кстати, почему-то. Ничего делать не надо. Едем куда-то, все, проехали. Так, наверное, разблокировать можно здесь. Давайте посмотрим. 5-0. Так. И что, я разблокировал что-то? Или я ошибку допустил? Восстановить покупки хочу я нажать. Где-то тут есть кнопочка. Все, восстановил. Теперь должно быть все открыто у меня тут. Прямо поехали. Следующий подарок получим и откроем что-нибудь. Поехали, поехали. Так, свиньи вы на дороге, надо сейчас их убрать. Убираем в загон обратно. Две большие, три маленькие свинки. Все, нам ничего не мешает. А, у нас два вагона, мы свиней еще, кстати, перевозим. Нам пару свиней закинули в вагоны, походу. А здесь мы выбираем новый предмет, который мы разблокируем. Смотрите, сколько их тут много. Вот, водяная башня. Водонапорная башня. Вот сюда надо приехать, и мы разблокируем эту территорию. Так, ну мы держим путь дальше. Нам обещали, что здесь какой-то подарок. Чуть дальше едем. Скорее всего, что-то будет. Давайте смотреть. Супер, говорит нам. Так, ставим водяную мельницу какую-то поставили. Так, хорошо. Красота. Хорошо, вот такая игра. Идем дальше. У нас Томас Минис, четвертая игра. Запускаем. Thomas and friends, Minis. Ready, set, build has so much to see and do. Build your dream train set from scratch or follow one of many blueprints. Then flip, spin, loop, crash and ride through your creation and watch it come to life. Thomas and friends, Minis. Are you ready? Set, build! Я готов. Все, строим. Здесь тоже можно строить, только здесь вид сверху такой. Изначально можем поставить наш Томас здесь. Сейчас мы построим. А, после того, как... Короче, на этом новом iPad ничего не работает. Вот видите, где бы я его ни ставил, игра не понимает это. И все, дальше уже ничего не происходит. Он говорит... Надо поставить на железную дорогу, и чтобы он поехал. Все, я ставлю. Я вот так раньше делал, это работало. Сейчас все. И ничего не сделать. Все. Все. Игра дальше не идет. Все просто. Вот, даже так сама игра его ставит, но не понимает ничего больше. Да, в эту игру уже не поиграйте на новом iPad. Пока не обновят. Может быть, обновление будет. О, Let's Roll у меня почему-то еще один раз здесь. Значит, мы его уберем. Отсюда. Да, случайно два раза закинул сюда. Следующая игра Adventures.
Эта игра может тоже не запускаться. Тут только Китай был. Следующие все трассы уже давно не скачиваются, потому что игры нет в магазине. Поэтому давайте посмотрим, что сейчас творится. Может быть, тоже ничего не получится поиграть. Вот так вот. Новый iPad. И возникают небольшие проблемы. О, я нажал восстановить покупки. Игра просто вышла. Выскочила. Тоже не работает. Да, вот это минусы, конечно. Ну ладно, будем в Китай играть. Здесь единственная страна доступная. Все остальное она не скачает, по-моему, ничего не будет. Вот, например, сюда идем. Что у нас тут? Вот это. Это какая страна? Индия. Тут написано «купить», да. Я нажимаю вот «купить». Здесь нет кнопка, видите, написано «недоступно». Все. Я не могу ничего купить. Вот. Недоступно. Поэтому единственное, я могу играть Китай. Вот. Стандартная первая страна, вот она. Ну, давайте поиграем в Китай. Тут еще можно использовать, поиграть. Так, вот здесь у нас... Я до сюда дошел в прошлый раз. Мне надо вот сюда. Здесь гонка будет сейчас. Поехали. Мы гонку поучаствуем в гонке. Загрузка. When Thomas met Hong Mei, she told him that he was lucky to carry the dragon. She told him it would be big and noisy. Thomas felt even more scared. So I told Yong Bao that I didn't want to carry the dragon. He was surprised, but he agreed to take it instead. I felt relieved, but... Мы играем против Hang Mei. Это китайский поезд. Давайте. Китайский состав. О, какие глаза. Прям как в Nintendo игре в какой-то. Я тоже такой видел. 3, 2, 1. Че, жмем? Go, едем. Поехали. Держим кнопку и едем. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. Это ускорение. Поехали. Хорошо. Еще раз ускорение. Поехали, поехали, поехали. Готово. Чемодан с подарками. Открываем. Открываем. It's a lion puppet. But then, Thomas heard Yong Bao say that he would be taking the lion instead. A lion? Oh no. I decided that if I arrived at the station first... Кому вообще Thomas and Friends нравится игра? Напишите, пожалуйста, сколько вас надо посчитать по пальцам руки, надеюсь. У нас не сильно популярная просто эта игра. Ну а в других зарубежных странах это очень популярная тема, Thomas and Friends. Очень много видосов по этой игре и прочего. Так, здесь будем строить дальше трассу. Сейчас посмотрим, что тут строить. Послушаем его. New Year party was amazing until I remembered the lion. I had to tell Yong Bao that I didn't have it. Oh, yes you did, Thomas. Everyone laughed. See, Thomas had brought the lion on board. It was just not a real lion. It was a puppet. Так, строим, строим, строим. Сейчас построим сюда. Сюда, сюда. Сюда. Здесь у нас вот так. Так, у нас тут фонтанчик. Два деревца растет. Сакура. Какая-то получается. И выбираем, кого поставим. Все остальное тоже нельзя купить, наверное, да? Давайте посмотрим. Да, недоступно. Нельзя купить. Другие поезда закрыты. Значит, ставим то, что есть. А есть у нас вот такой поезд. В этой игре поезд ставится и едет. Никаких проблем. Поехали смотреть, как это выглядит. Вот едет поезд. Чух-чух-чух-чух-чух. Станция. Собираем чемоданчик с подарком. И поехали дальше. Так, так. Опа, кусочек трассы открыли. Вот, кстати, то, что я говорил, глаза вот эти вот открылось. Еще раз можно будет использовать самому. Ура, ура, ура. Что дальше? Тут еще давайте дойдем, посмотрим еще. Заставочку какую-то. И походу Китай уже завершится, мы тут все пройдем. А дальше все, дальше не поиграть. Смотрим финальную заставку. Станция номер один, подъехали мы.
Без вагончика мы, к сожалению, никого вести не будем, наверное. А здесь такой навес, если дождь идет, на поезд не попадает. Видите, специальный такой навес. Так, ну проверь-ка, может еще что-то в конце? А, еще чемоданчик надо собрать, поехали. Let's ride the rails to discover the wonders of China. Wonders of China. Все, финальный. Финальный момент, вся трасса открыта, и можем ехать, смотреть всю трассу. Так она выглядит. Китай разблокировали, полностью все открыли. А дальше тут много стран вообще, по-моему, 8 стран всего, но... Можно только на андроиде это сделать, когда вы там с кэшем скачаете игру, и тогда все будет работать. Здесь у нас официальная игра, без взломок, без ничего, на iPad'ах нет взломок, поэтому вот так. Ну, кстати, открыли вот еще паровозик бесплатно, это бесплатно открыто, это китайский вот этот паровоз, это все открыто. Кстати, не все, наверное, я еще открыл, смотрите, тут много чего можно второй раз переиграть и открыть. Много предметов еще закрыты, так что можно переигрывать Китай и потом что-то еще открыть можно. Хорошо, идем дальше. У нас Race On, следующая игра. Это уже давно нет в магазине, уже лет 5, наверное, в магазине нет этой игры. Но у меня, конечно, можно все скачать, потому что я в свое время все скачивал, и оно и доступно. Здесь даже виртуальная реальность есть, но это, конечно, мы делать не будем. Это неудобно показывать вам, потому что я вот так снимаю. Ну, здесь вот есть мир такой, что вот зимняя трасса. Есть разные уровни, мы их потихонечку открываем по порядочку. Здесь также много есть различных поездов, они все закрыты, их надо разблокировать платно и бесплатно, как захотите. Но сейчас ничего платно тут уже купить нельзя, поэтому все, что закрыто, то закрыто, ничего не поделать. Но если у вас есть Android, на Android другое дело, там можно разблокировать, все это вы знаете. На Android это легко, там открытая система в целом, и можно устанавливать игры из любых источников, в отличие от iPad. Но, кстати, у них скоро магазин появится. Там в Европе, если у вас европейский аккаунт, то там можно будет магазин не Apple использовать. В том числе, таким образом, можно будет Fortnite поиграть. Поэтому я жду, я хочу тоже Fortnite посмотреть. Переносят сейчас новый Fortnite на iPad. И будет скоро доступно. К концу года обещают. Поэтому и не только Fortnite, много чего будет там. Надо будет поиграть, посмотреть обязательно. Победа. Победили мы. И достроили здесь станцию. О, Хенри открылся у нас. Мы теперь можем на Хенри играть. Давайте еще проедемся за Хенри. Тоже можно вдвоем, кстати, играть. Давайте заценим. Один это Томас. А второй будет Хенри, второй игрок. Сейчас посмотрим, как это тут работает. Вот, тоже экран на две части поделился. Сейчас будем тапать. Вот здесь, может быть, ничью сделаю. Давайте попробуем. Так, пока ровно, кстати, стартанули хорошо. Бам-бам. Будем стараться одновременно нажимать на двух частях экрана, чтобы они одновременно приехали, и была ничья, дружеская ничья. Никто не победил, никто не проиграл. Никто не обижался, чтобы... Сейчас посмотрим, получится это или нет. Сами поезда здесь одинаковые. Едут по скорости. У них нет там ускорения какого-то другого и прочего. Они идентичны абсолютно. Поэтому неважно, какого персонажа вы взяли, они все идеально одинаково едут. Все зависит только от ваших пальцев, как вы тапаете, и все. Так, бам-бам. Фантастик. Приехали. Дро, ничья. Вот здесь ничья получилась в этой игре. Может, я про нее тогда думал, поэтому воспоминания такие остались. Так, ну что, дальше у нас еще пару игр осталось. Экспресс. Thomas & Friends Express Delivery, наверное, полное название звучит именно так. Запускаем. Тоже Badge Studios. У них какие-то права, наверное, на Thomas & Friends. Никто больше их не делал. Игр практически. Экспресс Delivery. Вот Саня, кстати, тормозит. Она тормозила, я помню. Но только в какой-то момент. Вот когда едешь, по-моему, все окей. Вот, да, я еду окей. А вот там, когда приезжаешь, там начинаются какие-то непонятные глюки, лаги. Сейчас вам покажу. Мы сейчас везем заставочку. Уже доезжаем. Тут видите динозавра. Окаменелость динозавра. Мордочка его.
Вот, и здесь жуткие тормоза были как-то. Сейчас посмотрим. Я что-то запомнил это. Когда фейерверки какие-то там были, еще что-то. Сейчас, кстати, ничего не тормозит. Вот, пошло немножко. Не, нормально все. Это я прошлую доставку фейерверки привозил. Фейерверки... Вот здесь, кстати, тоже немножко подлагивает. О, да-да-да-да, видно, видите? Подлагивает. Какие-то вот есть нюансы тут. Тоже со звуком что-то связано. Это вот новый процессор M1, M2, M4, который на iPad'ах. Что-то с ними случилось, что вот эти игры старые, они плохо идут, неадекватно, правильно. Вот, я заметил. Так. Томас. Поехали. Поехали. Чух-ч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 ух. Нужно предоставить каких-то гостей в наш замок. Здесь, если едем нажимать, можно и здание менять. Вот, например, хотите, здесь мельница какая-нибудь будет, водяная такая. Оп, все, поменяли. И едем дальше. И так можно везде менять, где вы что-то видите такое. Главное не быстро ехать, успеть остановиться. Так, а дома здесь меняются? Нет, я просто потапал. Вот здесь можно, кстати... Нет, здесь ничего нельзя. Кажется, что можно построить что-то. Вот здесь что-то поменять можно. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Вот это что такое. Сигнал-бокс, говорит. Коробка сигнальная. Просто предупреждает, что впереди поезд, и ты тут останавливаешься. Типа, это светофор. Такое место для безопасности поездов сделано. Только ради этого. Так, а здесь что давайте поставим? Что у нас еще там интересное? Ну, тут какой-то амбар. Амбар. Пусть будет амбар. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Едем дальше. Тух-т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 ух
вагон с пассажирами взять, пассажирский вагон. Вот здесь вот станция. Нам выделят вагон, потому что у меня нет вагона. Как они сядут ко мне, видите? Он сейчас появится, походу, да? Да, вот он. Соединяем. И теперь можем доставить всех пассажиров на нашу вечеринку. Так, здесь что можно поменять? Что еще осталось? Давайте смотрим. Уголь. Если мы проедем, возможно, у нас вагон с углем появится. Сейчас посмотрим. Так ли это? Это не каждый раз, по-моему, работает. А, вот появился. Сейчас будем загружаться. Главное, чтобы не в вагон с пассажирами загрузились. Все нормально. Уголь загружен. Поедем дальше. Едем, 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 едем. Уголь, кстати, надо поливать водой. Потому что уголь, когда при перевозке, он может воспламениться. И еще во все... Ну, и он очень много пылит во все стороны, когда едет поезд. Поэтому его часто водой поливают специально, когда он едет с углем. Что-то дали мне, смотрите, какое-то сокровище я открыл. Сейчас привезем, посмотрим, что это такое. Вот, нам осталось совсем чуть-чуть, вон сверху наши ребята ждут нас. Едем сюда. Оп. Доставочка готова, вот. Тут надо, наверное, все вот эти вот башни, чтобы были с золотыми предметами, тогда всю игру типа ты прошел. Я уже две нашел штуки, тут еще сколько? 6, наверное. Сейчас посчитаем, сколько надо еще раз найти таких сокровищ. Это они так дергаются, это танцуют. Раз, два, три, четыре, пять. Не, 5 осталось. А это билеты мы прибиваем. Пассажиров. Оп, все, пробили. Ну что ж, вот такая была игра. Еще впереди два приложения, но они там совсем маленькие, насколько я помню. Сейчас я вам покажу все. Thomas & Friends — это типа книга. Тут скачивается книга, и ты ее слушаешь на английском. Вот. Тут, правда, не все, что доступно было, я помню. Что-то доступно, что-то недоступно. Я не знаю, как это. Вот, кстати, я сейчас, наверное, с интернетом зашел. Из-за этого у меня ничего не работает. Сейчас еще разочек попробуем без интернета. Вот, нажимаем. Read and play. Тут можно нажимать. Некоторые звуки издают. Говорят, что переворачивать. Вот так вот у нас. Нажимаем там. И слушаем книжки. Тут вот есть, да. Тут есть у нас это. Все понятно. Вот. Это уже я скачал. Нет, не скачал. Сейчас еще разочек. Давайте Wi-Fi включаем. И с Wi-Fi тут какие-то книжки бесплатно доступны были всегда. Вот, наверное, вот отсюда. Ну-ка, давайте попробуем. Вот это. А, это закрыто. Подождите. Вот это бесплатно.
то, что бесплатно качаем, открываем все. И слушаем. Вот, кто английский изучает, пожалуйста, можете послушать сказочки с Томасом и его друзьями. Good morning, Percy peeped. But Hero didn't toot a greeting. You seem sad, Hero, Thomas said. Короче, Томас с ним поздоровался, а он не здоровается в ответку. Значит, он думает, Томас, он, наверное, грустит. Что-то случилось, думает. Ну и так далее. Вот такое вот такое приложение. И последнее давайте посмотрим. Watch and Play называется последнее у нас приложение. Play. Так, ну здесь можно трассу построить, посмотреть видосы. И мини-игра небольшая. Выбираем за кого, три персонажа. Давайте за Джеймса. Поехали, мини-игра тут будет. Будем строить дорогу железную. Восстанавливать пути. Вот, тут что подойдет у нас? Вот так. Нет, не то. А вот это подойдет, подошло. Тоже уголь, кстати, везет, смотрите. Это 100% уголь черный. А что еще можно везти? Поездами перевозят уголь всегда, как правило. Но потому что невыгодно везти машинами какими-то уголь. А поездами удобно. Много вагонов загрузил и поехал. Поэтому железная дорога основная для угля. Ну и все, типа мини-игра. Можно еще раз поиграть с другим персонажем. А здесь можно трассу построить свою. Выбираем Томаса. И вот. Так вот можно делать. Можно любую трассу. Тут выбираем предметы всякие. Там озерцо какое-нибудь поставить, еще что-то. Ладно, поехали. Вот так вот сделаем. Сейчас я сделаю какую-нибудь суперкрутую трассу такую, знаете. Необычную. Видите, вот такая трасса у нас. Ну и дальше мы уже ставим, что нам тут надо. Где-то хотим озеро, чтобы было какое-нибудь. Или побольше. Вот тут. Что тут еще есть? Это какие-то здания у нас есть. Можно добавить. Вертолет может летать. Вот вертолет летает. Можно, кстати, много вертолетов, по-моему, добавить прям. Или только один. Так, уже два. Сейчас мы сделаем так, что тут миллион вертолетов, и игра подвиснет. Так не рассчитано, наверное. Они, кстати, могут друг в друга врезаться? Не, не могут. Смотрите, сколько вертолетов. Мы прям вместо того, чтобы делать что-то другое, одни вертолеты. Ну вот, можно зелень тут добавить, деревья высадить по трассе. Ой, а я хотел это убрать. Ну ладно, вот так вот получилось. А, нажимаем и в другую сторону едем поездом. Все, значит, сегодняшний выпуск подошел к концу. У нас все-таки было не 14 игр, а 13, то есть... Ой, вернее, не 10 игр, а 9. 8 плюс 1, да. 9 игр. Следующий выпуск у нас будет вот такой. У нас Том и друзья. Приходите, всех жду. Спасибо за подписку. Увидимся на канале Undermalik Play. Всем пока. Чао. Подпишись, не ленись, лайк поставь и верни.